В общем-то, мы завершили сельскохозяйственный год. Но у Брыло, Зайца и у вас еще есть хоть 0,5%, но кукурузного зерна в поле. Поэтому я думаю, вы приложите все усилия, и это пусть совсем немного. Может, оно уже и не надо нам, это зерно, хотя оно всегда надо. Вы его соберете. Трагедии в этом нет. Правда, не очень хорошо, что мы по снегу сегодня работаем, но тем не менее. Это говорит о том, что мы работаем в зоне рискованного земледелия, почти критического. И это будет хороший урок нашим губернаторам. Думаю, в том числе и Гродненской области, что удивительно. Сделайте из этого определенные выводы. Ну и если осень и начало зимы сложится, как в прошлом году, мы еще будем иметь теплые дни и те 15% зяби, которые мы не подняли до сегодняшнего дня. Ну, может, кроме Юры Шулейко в Брестской области, у него там почти уже. Да ничего и не осталось, по-моему. Молодец. Брестчане вообще не перехвалить бы уже. В этом году сработали больше, чем на отлично. Просто молодцы. Поэтому давайте не будем расслабляться. Есть еще над чем поработать. И самое главное, за что отвечает правительство и вице-премьер, хорошо продать свою продукцию. Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам, точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой. Вложите ее туда, куда надо, чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве. Когда-то один из начинателей и авторов возрождения нашего села, когда-то он часто говорил, информируя меня, перекос у нас. Мы очень много сделали в социальном плане. Агрогородки построили и прочее, а производственная база отстала. Так вот, мы на сегодняшний день подтянули и производственную базу. Подтянули. Еще есть над чем работать. И в течение этого года договорились о десятках молочно-товарных комплексов, которые мы должны построить в декабре и в будущем году. В декабре этого года и в будущем году. Как никогда источники финансирования определены. И если мы решим эту проблему, а еще, дай бог, укомплектуете нормальным скотом наши комплексы, мы значительно прибавим. Для нас всегда было больной проблемой произвести, произведем, а куда девать? Помните, даже соседнее наше родное государство не всегда пропускало нашу продукцию на свой рынок. Сегодня времена серьезно изменились. Сегодня уже некуда девать евро и доллары, а российский рубль хорош. Потому что мы за него покупаем все необходимое, что нам нужно для села. Я имею в виду нефтепродукты. Природный газ. И запомните, выгодное время еще и в том плане, что мы с вами потребляем тот же природный газ дешевле, чем продвинутые демократичные, вы уже знаете, что такое демократия, Западная Европа. Они вне конкуренции с вами. У нас есть огромнейший рынок. Почти каждую неделю отчитывается Леонид Константинович Заяц о продажах. Я ему задаю один вопрос. А если бы больше было сегодня продукции, ты бы ее продал? Он говорит, со свистом. Это самое главное, когда есть рынок, куда ты можешь поставить свою сельхозпродукцию. И при том исключительно маржинальный рынок. Цены, которых не знало сельское хозяйство вообще. Воспользуйтесь этим временем.
Ну, а министры, члены правительства, премьер-министр, высшие должностные лица, присутствующие здесь, да и я в том числе, мы вам дремать не дадим. Нужно использовать это время, чтобы поднять крестьян, наших крестьян, чтобы они достойно жили в хороших условиях, в хороших домах, чтобы их детишки имели возможность, как и все в лучших городах, в том числе в Минске, получить хорошее образование, закончить вуз и, как рачительные хозяева, о чем я говорил, будущее, резерв наших кадров занят достойное место в нашем обществе. Согласитесь, крестьяне, работники АПК этого заслужили. Давайте сделаем все ради наших детей.